Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. И вновь зовет нас шум трибун. Великая игра снова с вами. Оставайтесь с нами в прямом эфире «Большой футбол» на лондонском Уэмбли. Всем привет, я Георгий Черданцев, со мной мой коллега Константин Генич. И сегодня мы комментируем один из главных матчей этого сезона в Англии. Финал национального кубка Кубок Эмирейтс. Всегда значимое событие в футбольном мире Великобритании. Очень большие ожидания от этого матча. Отличный день сегодня, да, как иначе, может быть, когда мы говорим про финал Кубка Англии. Огромное количество команд начинали свой путь сюда, но только две смогли осилить его до конца, почти до конца. Сегодня остается последний шаг на пути к трофею, и этот шаг лишь для одной команды. Вот в таком составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру. В этом матче команда сыграет по схеме 5-2-3. Знаешь, с такой тактикой они очень рискуют проиграть центр поля. Состав Ливерпуля. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Thank you for attending Wembley Stadium. Команды проделали долгий путь на пути к этому финалу, и вот уже совсем скоро мы узнаем, кто из них окажется достоин трофея. Ну, достойно, наверное, и те, и другие, но выжать максимум из своих возможностей сегодня получится лишь у одной команды. И вот он, первый тайм финала Кубка Англии. Да, судя по составу команд, игра сегодня будет очень захватывающей. Рубен Невеш. И как он дальше мячом распорядится. И подача туда, в сторону ворот. Из очень непростой позиции наносил он удар головой. Защита не позволила сыграть, как хотел. Все как надо сделала обороняющаяся сторона. Так поворотом можно бить сколько угодно. Джордан Хендерсон. Александр Арнольд. Диего Кост. Жирков.
Как тебе все то внимание, что было вокруг Диего Косты перед этой игрой? Этот парень просто в прекрасной форме. 3 мяча в последних 3 матчах. Защита должна за ним следить. Какой удар! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. И отлично он играет еще раз. Хорош вратарь. Рауль Хименес. Рубен Невеш. Диогу Жота. Отличный чистый отбор. Униен Диди. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывать. Жирков. Джордан Хендерс. Диего Коста. Униен Диди. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Но решай же! В последнюю секунду мяч выбит. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Подавай! Очень опасно могло быть. Диего Коста. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Жирков. Тиво Кариги. Передача на Косту. И теряют они мяч. Рауль Хименес. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Хорошо увидел партнера впереди. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Не смогли они ничего сделать в этой контратаке, только мяч потерял. Диогу Жота. Рубен Невеш. Помогает ему партнер в атаке. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Униен Диди. Диего Кост. Хендерсон. Бей и выводи команду вперед! И счет открыт. Ливерпуль забивает. Отличное завершение атаки в этом моменте. Браво, Ливерпуль! Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат — гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выбору. Сейчас будет веселее. Диего Коста. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Джордан Хендерс. Юрий Жирков. Тиво Кариги. Конор Коуди. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Диего Коста. Джордан Шакири. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Коста. Хендерсон. Есть у него пространство сейчас. Отлично свою команду голкипер выручает сейчас. Очень опасный момент был, и он уже видел мяч, нападающий в воротах, но голкипер был с этим не согласен. Отличный шанс есть для контратаки. Потерян мяч, и теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Джордан Шакири. Жирков. Это офсайд, атака закончена.
Кейта. Хендерсон. Униньен Диди. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Эффективен высокий прессинг сейчас. Диогу Жота. Может тут навес получиться. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Есть время и пространство для навеса. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Жирков. Кейта. Униньен Диди. Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. Мяч в зоне атаки. Выручил он свою команду. 2 минуты. Можно провести контратаку. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Мы смотрим финал Кубка Англии. И одна из команд уходит на перерыв при поднятом настроении. Здорово поработали игроки в первом тайме. И будем надеяться, что во второй половине встречи они не растеряют заработанное преимущество. Итак, команда возвращается на поле после перерыва, и нас ожидает, я надеюсь, не менее интересный второй тайм финала Кубка Англии, чем то, что мы видели до перерыва. Первая половина встречи пролетела практически незаметно, и, думаю, вторая пройдет также искрометно. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Сложно ему было мяч принять, этот пришлось побороться. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Будет штрафной удар. Не смогли они мяч удержать. Вперед идет атака, интересно может быть. Будет навес. Джердан Шакири. Хендерсон. Жоао Моутиньо. Вот это пас прекрасный. Играет он на партнера. И удар. Блестяще. Центр штрафной, мяч с углового летит. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Адам. Важно играть. Ну же, подавай. Голкипер забирает мяч. Арбитр назначает штрафную. Опасно подать в штрафную именно отсюда. Пошла подача в штрафную. Выносит он мяч, угловой будет. Мяч летит в центр штрафной. Хендерс. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Рубен Невеш. И там есть кому мяч принять. Ох, хорошо мяч пошел, но никого там не оказалось. Очень неточно. Даже застрять. Александр Арнольд. Джордан Хендерс. Грамотный пас, все по делу. Вне игры фиксирует боковой. Джонатан Кастро. Жоао Моутиньо.
Катают они мяч. И теряют они мяч. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Потерян мяч Ливерпулем. Мастерски сыграно. А дальше что? Диогу Жота. Хорошая возможность сравнять счет у них. Будет угловой. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Вилли Боли. И как он дальше мячом распорядится? Отдает он передачу. И навес чуть назад. Мутиньо. Как здорово защитник сыграл сейчас. Шакири. Хендерсон. Униньен Диди. И нет больше мяча у Ливерпуля. Тут контратака может получиться. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратака. Джордан Хендерсон. Через одного игрока атака сейчас развивается. Можно навес сделать здесь. Джордан Шакири. Уилфред Ндиди. Наби Кейта. Очень хорошо в обороне сыграно. Позитивный в целом результат для них во втором тайме. По счету впереди, и игра смотрится достаточно хорошо. Ливерпуль в заключительной части матча подошел в роли лидера. Впереди они. И что-то подсказывает мне, что нас ждут очень напряженные минуты. Ведь соперник не сдастся и постарается сравнять счет в этом матче. Хороший пас вверх и вперед. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Много еще играть. 10 минут. Джордан Хендерсон. Жоэль Матип. Вы представьте себе, если комментаторы будут во время матча комментировать в полголоса. Вот так, как вы сейчас играете. Это разве здорово? Диего Коста. Вперед пошел Диего Коста. Можно подавать тут. Хендерсон. Отличный пас. Довести дело. Удар. Гол! Команда забивает очередной гол, голевой отрыв увеличивается, все под контролем в этой игре. Вот вратарю сейчас вообще не позавидуешь. Пас ведь в первый раз команда. Да, но первый удар-то был просто шикарным, и тут технически вратарю сложно было как-то мяч удержать. Два мяча теперь одна команда ведет, солидное преимущество. Последние 5 минут пошли. Мяч покинул пределы поля, и это аут в пользу Ливерпуля. Джо Гомес. Ларис Кариус. Джордан Хендерсон. Теряют они мяч. Играет он на партнера. На дальнюю мяч идет. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! Отлично, защита перестроилась и не дала контратаке развиться. Хорошо он идет вперед. Сейв, но атака продолжается. Кубок Англии нашел своего нового обладателя. Закончен еще один розыгрыш старейшего футбольного трофея. Ура победителям! Как всегда, захватывающий турнир получился. От этого еще приятнее поднять трофей над головой. И радость болельщиков сейчас очень хорошо слышна. Отличный день у них сегодня.
Кубок Англии вручается команде, победившей в старейшем футбольном турнире. Это заслуженная награда, и мы будем ждать новых побед этой команды в будущем. Куда ж без этого? Конечно, туда, к трибунам, к болельщикам. Вместе с трофеем идет команда. Болельщики очень помогли команде. Это и их трофей, разумеется. Составе на поле, и все готово к памятной чемпионской фотографии. Это история клуба, которая творится у нас на глазах. Это фото будут рассматривать будущие поколения игроков, а эта победа поведет их к новым успехам. Got time for a couple of questions. That'll be all, thank you.